Время суток доброго. Значит, сегодня был обещан 107-й псалом, причем я надеюсь, что у меня руки до того, что я обещал, рассказать такое совсем необычное его чтение, а именно чтение, которое предлагает Рабби Исраэль Баал Шем Тов. И, наверное, это единственный его развернутый комментарий к псалму целиком. Причем я хочу сразу сказать, что комментарий очень каббалистический, и понятно, какие там каваноты. Я немножко переделаю то, что каванот – это что? То, с какой интенцией надо читать, очень специфическую цель указывает, я о ней скажу. Проблема в том, что обычно я стараюсь выбирать не очень длинные тексты. Но 107-й псалом, он просто длинный, в нем 42 стиха. Правда, они довольно короткие все стихи, но тем не менее он длинный по стихам. Зато он очень ясный по прямому значению. Теперь дальше. Его читают, значит, кто где. Значит, восточные общины регулярно читают его в Песах. И мы увидим сейчас, почему. Ну, сейчас, когда я читаю его, увидим, почему. Бешт пытался установить его чтение обязательное в перед наступлением субботы, то есть в Минхе перед наступлением субботы, тех общинах, где читают, ну, тех общинах, каббалистических общинах, это скорее не общины делают, а группы некоторые определенные, где читают Ширин перед субботой, песнь песней, точно так же читают, Бест пытался установить, что надо читать вот этот псалом, по-моему, ему не удалось это сделать, по причине того, что то, для чего он читается, он для очень избранных людей, для очень отдельных людей, поэтому он как бы не установился. Рабанут Израиля постановил чтение этого псалма в качестве галаля, в качестве прославляющей молитвы в Йом Ацмаут, в День независимости. Они правы. Это правильный псалом для этой цели. Хочу сразу только сказать, что мне подборка всех молитв, которые Рабанут установил читать в День независимости, кажется чрезмерной и слишком много свалено в одну кучу. Но 107-й псалом, наверное, правильный в этом смысле. Он единственное, что там действительно заслуживает, ну, не единственное, но так основное соображение, что именно он. Значит, про этот псалом, он является некоторым галахическим основанием. Я сразу скажу, каким. Дело в том, что в Талмуде есть правило «Арба хайвим лагодот». Четверо должны объявить о своей благодарности Всевышнего, а именно те, кто совершил путешествие через пустыню, кто совершил путешествие через море, большие путешествия имеется в виду, вставшие после тяжелой болезни и вышедшие из тюрьмы. Оформляется это так, что человек в общине обязательно, желательно в присутствии 10 человек, обычно с вызовом к Торе, произносит благословение Баруха Тагашем, Лакейну Малахалам, Шагмалани Лекольтов, который ниспослал мне всяческое благо, то есть за спасение. Значит, все отвечают подобным образом.
Надо сказать, что во времена более древние, собственно, четыре этих человека, для четырех этих людей было принято, если у них есть такая возможность, принести жертву туда, благодарственную жертву в храме. Скажу, что прямо в псалме это есть. Но это частные вещи и при очень буквальном чтении псалма. Псалом же говорит немножечко и об этом тоже. В прямом смысле он говорит об этом, но еще немножко о другом. Сейчас увидите. Итак, начинается псалом. Сейчас я подключу экран. Сделать больше? Нет, ну, по-моему, ой, извините, я не туда встал. Так или поменьше, как больше нравится. Итак, Годо Лашем Китов Килолам Хаздо. Годо – это принесите благодарность Лашем, ибо он благ, ибо навеки милость его. Я замечу, что Китов, если кто-то помнит, то описание серии творений в рассказе о сотворении мира, есть фраза «Ваера Хашем Китов». Увидел, что то, что он сделал, это хорошо, да, переводится на русский. На самом деле, что это совершенно для мира абсолютно пригодно. Что мир, вот когда говорится про Хашема и Китов, то имеется в виду, что он добивается своими действиями совершенства для мира в той степени, в какой это пригодно, какой это возможно для существования мира. Поэтому ходу Лашем Китов, ибо он добр, это перевод, вот этот добр, он за неимением лучшего, и потому что это перевод, а не комментарий. Потому что ибо он дарует миру совершенство. Это вот так в творениях, которые проявляются в творениях. Это вот такая нагрузка, которая здесь есть, она не видна в переводе и не сразу ясна даже при чтении оригинала. Килолам хаздо, ибо навеки, вот хесед здесь именно покровительство. Гимругалейгаш Адунай, Ашергалам, Мият Цар, Умиарцо, Кибецем, Мимизраху, Мимарав, Мицапон, Умиям. Провозгласите это или провозглашают это. Вот тут проблема. Дело в том, что в книге Псалмов будущее время, вот такое будущее время, регулярно означает настоящее продолженное, что означает провозглашают это спасенные Гошема, которых он уже спас от руки врага или от руки неприятностей. При этом не написано, какие неприятности и какие беды. Ничего пока не сказано про врагов, тем не менее. Значит, вот это действительно серьезный вопрос по поводу, как правильно читать этот стих. То есть читать это в будущем времени, скажут спасенные Хашемом, которых он спас, или говорят в настоящем времени. Причем Геулей – это спасенные, здесь аккуратно со словом, это выкупленные. Это вот хесед, который выше покровительства, да? Я говорил, по-моему, в прошлый раз, что слово хесед в Танахе обычно означает покровительство отцовское или отношение сюзерена
по отношению к вассалу. Это то, что обязан старший родственник по отношению к младшему, например, ежели он попал в рабство, младший родственник. Старший в роду должен его выкупить. Поэтому геулей – это выкупленные. Гошемы, которых он выкупил у врагов. Вот это тонкость. То есть Всевышний выполнил свои обязательства, поэтому слово в предыдущем стихе слово хесед, выполнил свои обязательства, которые он обязался по отношению к своим слугам, если хотите. Далее, тап миарцо кибецем, кибцам, мимизраху, мимаараф, мицафон, умиям. Вот он собрал их со разных стран, да, тут не написано из каких стран, Кипцен собрал их с востока и запада, с севера и, ну, естественно, как нормальный человек, я перевожу в данном случае слово юг автоматически, хотя, когда мы видим, в оригинале написано и с моря, со стороны моря. Фокус в том, что обычно, когда речь идет о странах света, то под Эрец-Исраэль, когда говорится со стороны моря Миям, то имеется в виду Запад. Нетрудно догадаться, встаньте в Иерусалиме лицом на восток, ну, так положено вставать в Танахе, встают, когда говорят право-лево, то стоят лицом на восток, при этом они на север, как принято на современных картах. Значит, стоят лицом на восток, поэтому море оказывается со спины, имеется в виду Средиземное. Когда же у вас север противопоставляется морю, то море остается только одно. И это море, как нетрудно догадаться, Красное море. Потому что никакого другого моря противопоставления северу у нас нет. То есть Эрец-Исраэль от северной границы до южной границы, и как в современном Израиле любят по этому поводу говорить, мы от Метулы до Эйлата, да? От самой северной точки до самой южной. Причем южная точка у нас на берегу моря стоит. Значит, и начиная с 4 стиха, начинается описание, вот теперь так, как бы первые 3 стиха – это заголовок. После этого начинается конкретно путешествие по сбору тех, кого собрали с запада, с востока, запада, севера и юга. У каждого свое путешествие, происходят 4 путешествия. Все 4 неприятные, но я хочу обратить внимание, что путешествия, они могут быть совершенно не похожи друг на друга. У некоторых путешествия буквально, 2 буквальных путешествия, а 2 путешествия, которые можно совершить и сидя дома. Ну, то есть, сейчас. Оба Мидбар, они заблудились в пустыне Баишимон. Значит, Бамидбар, Баишимон – это тоже пустыня. Баишимон Дерех. Там, где отсутствует дорога. Ир Мошав Ло Мацау. Ир Мошав Ло Мацау. Причем интонация так. Тау Бамидбар, Баишимон Дерех. Ир Мошав Ло Мацау. Заблудились в пустыне, где нет дороги к городу. Вот населенному переведено просто потому, что перевод требует буквальности некоторой. Желанному. Ир-Мошав – это тот город, к которому идут по пустыне. Не нашли места, куда они шли. Опять, тот, кто ходил по пустыне, отлично знает, что главная проблема путешествия по пустыне – это дороги, которых там нет.
И вот следующий стих, на самом деле, это реалия некоторые. Ревим гамцем цмеим навшам бахам хитатев. Значит, они голодные и жаждущие, то есть без еды, и навшабхам титатав, это душа в них, ну, в общем, вообще лагитатев это падать в обморок, но в данном случае, когда душа, то они пали духом. Причем, смотрите, так как речь идет о пустыне, то нетрудно догадаться, что когда заблуждаются в пустыне, то дорога в пустыне, она всегда крайне проста. Она устроена от оазиса к оазису, точнее от водного источника к водному источнику. По-другому устроить дорогу в пустыне в принципе невозможно. И любой, кто путешествовал в пустыне, отлично знает, что, скажем, вот в наших краях путешествие по пустыне это приблизительно 6 литров воды на день на человека. Нетрудно догадаться, что 3 дня пути – это означает, что вы ничего с собой больше взять не можете, кроме воды. Проблема в том, что так нельзя путешествовать, поэтому нужно идти от источника к источнику. Причем источники, я сейчас не буду рассказывать, как выглядят источники в пустыне, вам это не понравится. Это не бьющие родники совершенно, это куда более реалистичные вещи. В основном это неглубокие колодцы, на дне которой слой грязи и немножко воды. Это наиболее распространенный вариант. Оазисы довольно редки с настоящими источниками. Значит, но при этом вот то, что они голодные и жаждут, это потому, что они потеряли дорогу. Дальше идет рефрен этого всего, это самое, всего псалма. «Вейцаку эль Адонай бацар лахэм, умимацокатэйхэм ецелэм». И вскричали они Гошему в беде своей, и от бедствия их он их спас. Как спас? Поедрихем бедерах ешера. И повел их дорогой, ну, буквально прямой, но в данном случае легко доказать, что дорога прямая, это не надо понимать буквально, это не географически прямая, а это дерехемет, вот можно доказать, что это правильное понимание, правильной дороги. Потому что нетрудно догадаться, что в пустыне прямая дорога, она не прямая геометрическая, а дорога правильная от источника к источнику, то есть к прямому, значит, ну давайте какой-нибудь подобный в Мишлей. Коль дерех ешар лифней иш. Любая дорога пряма в глазах человека. Не пряма, а истина имеется в виду. Любая дорога, которую человек себе выбрал сам, для него выглядит правильной. Ехидное довольно-таки замечание, довольно важное для понимания психологии человека, но в Мишле действительно блестящие собраны афоризмы. И то, что каждый человек считает свою дорогу правильной, это, ну, факт на местности. Кто оценивает? Да, тут только один вопрос. И вот, когда они, чтобы попасть в город, предназначенный, Мошав, мы уже сказали. И опять рефрен. Еду лашем хаздо. Пусть они будут благодарны Хашему за милость его и за чудеса, которые делает людям. Я прошу обратить внимание на слово нефлаотав. Нефла – это непостижимо. Вообще основное значение слова пела – это непостижимо. Значит, когда говорят плаим или хахмат плаим, это непостижимая мудрость, отделенная, ту, которую постичь нельзя.
И, как это ни странно, вот в этом псалме все спасения обозначены именно словом «нефлаот». Вот как в молитве благодарность за то, что произошло, происходит из Египта. «Оса Ниссим внефлаот» – создал чудеса и чудеса. Да? То есть вот это спасение в псалме просто определено словом «чудо». Вот это важный такой аспект понимания этого псалма. Это поразительно, что мы отсюда вышли. Вот это здесь есть. В чем состоит? Киезбия нефиш шокека, в нефиш рлива млато. Значит, ибо он насытил душу жаждущую, душу голодную, преисполнил благами, но слово «тов» означает еще вкусно, когда речь идет о еде, означает еще вкусно, и ну, вот такое буквальное понимание. То есть блага, которые произошли, это то, что заблудившиеся в пустыне, от чего гибнут? От голода и жажды. Когда они выходят куда надо, они спасены от голода и жажды. Значит, это первая часть. Ну, тут бы и четыре куплета. Йошвей хошек в цалмава. Сидящий во тьме и в тени смертной. Или ну, Раша комментирует здесь хошек, слово цалмава словом тьма. Раша прав, но вот этот оттенок смертной тени есть, и он здесь довольно важен. Асирей уни уварзей, закованные в страдания и в железо. Ну, в смысле, закованные в железо страдания. Кто сидит у нас во тьме? Заключенные, да? Заключенные в кандалах. Ки имру имре эль. Эцат Ильон Маац. Ибо они бунтовали против постановлений. Вот тут вопрос про Божьих, может быть, и пренебрегли решением Всевышнего. Ну, за преступление уголовное на самом деле, которое здесь идет речь. Они поступали не так, как предписано Богом, они поступали не по тому, что предписано свыше, и поэтому они попали в тюрьму. Он страданием подчинил их сердца. Кашлу в эйд озе. Споткнулись они, и не было им, кто их поддержал, не было помощника. И вот опять рефрен, который мы сказали, второй раз повторяется в нашем псалме, слово в слово. «Бызыку эль Адунай бацар лахэм, увымацутатэгэм ешэм». И вскричали и закричали они Господу в беде своей, и от бедствий он спас их. Как спас? «В яйцеэм мэхошак вэцалмавэт, умусаротэгэм гинатэ». И вывел их из тьмы и ну, тьмы под тени смертной, и кандалы разбил. И опять рефрен «Еду ладуна хаздо венек лоотап лыбнеада». Пусть будут благодарны Хашему за его покровительство, то самое, что было с самого начала сказано, за чудеса и опять спасение из тюрьмы воспринимается как чудо, сравнимое с исходом из Египта, за чудеса которые посылают люди. Ибо кишевер блатот не хочет убрехей варзель гидеа. Ибо он разбил медные двери и железные засовы рассек. Ну, то есть, ну, тюрьма, медные двери, бронзовые, может быть, кстати, при этом, и железные засовы. Значит,
Это второй. То есть заметишь, что путь, о котором идет, от которого спас, это путь в данном случае проходит через тюрьму. Следующее. Третий вариант. Авелим мидерах пишам. Больные из-за пути преступного пути своей, погруженные в страдания свои. Это описание больных. Причем вот интересно, что они больные за... Вот теперь трудно понять, потому что они вели нездоровый образ жизни, мидерах пишам, путь преступный или путь греховный. Они больные, потому что они вели нездоровый образ жизни или в наказание за грехи. Им плохо, погружены они в свои страдания. Значит, и описание страдания, коль охоль тит аф навшам, всякую еду не принимает омерзительно им, выегио от шары мавы. Выегио от шары мавы. Ну, больной, которому любая еда невкусная, всякий, кто серьезно болел, отлично знает, ну, отлично, мог сталкиваться с этим состоянием, когда любая еда, она... Ничего не хочу. Вот, ну, капризный больной, который ничего не хочет. Бедные окружающие носятся, потому что надо что-то впихнуть. Да-да. А он все омерзительно. И достигли они врат смерти. И опять рефрен. В языку эль Адонай бецарлахэм. Ми мецукотехем ешиэм. И взопили они Гошему в беде в своей, и он от несчастья их спас. Ешлах дворов ерпеэм, вымолту мыс шхитотам. Послал он слово свое, вот опять, послал слово. Это то же самое, что и при сварении мира, где слово равно делу, где решение у Всевышнего, решение и его реализация совпадают. Он послал свое решение и исцелил их, и спаслись они, и спас их, извините, да, и спас их от их могилы. И опять рефренный стих: «Благодарите Хашема за милость его, вы не флоатав либне адам», и за чудеса, которые он посылает людям. Вот здесь дальше идет, почему я сказал, что в храме приносили жертву благодарности. «Вы избыху зивхей туда, вы сапру масав барина». Пусть принесут жертвы благодарности. Жертва благодарности – это не просто описание жертвы, описание типа жертвы, а не описание жертвы, что она принесена из благодарности, это описание специальной очень жертвы, жертва благодарности. Не буду ее описывать, довольно длинно. И расскажут его о делах его в радость. Далее идут шесть, по-моему, стихов, семь. Семь стихов, которые открываются перевернутым нуном. Вообще, есть большой спор, что означает перевернутый нун. Когда мы будем говорить о комментарии Бешта к этому месту, я покажу, что он здесь по делу. Эти нуны, и что эта часть выделяется. В большинстве случаев это либо обозначение спор в Талмуде, по этому поводу, чем являются перевернутые нуны, они либо указывают, что отрывок стоит не совсем на месте, либо указывают, что это отдельный отрывок.
Есть еще некоторые соображения, есть еще кое-что потом. Значит, по всей видимости, здесь эти нуны показывают, что эта часть должна находиться или сразу после путешествия по пустыне, либо перед стихом 22. Потому что здесь описано морское путешествие. По этому поводу как бы и принесут жертву, и расскажут, должно быть после этого отрывка. Но там есть еще одно соображение, куда более серьезное. Перевернутый нун для такого обозначения, ну, на самом деле он превратился в скобки в современном языке, когда надо взять текст в скобку. Они превратились в сегодняшней типографике, эти нуны изменились до скобок. Йордей хаямба аниот. Осейм лахабамаем рабин. Выходящие на кораблях в море, работники на водах великие, вот это действительно великолепно. Хэм раума се Адунай, бенефлавот бемецула. Они видели творение Господа и чудеса его в пучинах. Обратите внимание, что море, путешественники по морю, это они видят чудеса, да? Вайомар, вот смотрите, чтение. Вайомар, ваямет сара, ветромем галаб. Вот это Вайомар, и сказал он то же самое, послал слово, здесь сказал то же самое, послал слово, и поднялся ветер бури, и поднялись, и поднял он волны. Ялу шамаем, ердут хомот. Поднялись они до небес, спускались в бездну. Навшам браа гитит могэнь. Душа плавилась, оплывала в горести или в несчастье. Но вот эта качка на корабле, да. Ехову воену кашикор, коль хохматам тидбала, кружились и шатались, словно пьяные. И исчезло все мастерство их. И опять рефрен. Вейцеку эль Адонай бецар лехем, умими цокотейхем, йоцеем. И вскричали они Хашему, беде своей, и из несчастья спас. Бояком сара ледмама, и остановил он бурю и превратил ее в тишину. Ваехешу галейхам, и успокоились волны. Ваесмыху киештоку, ваенехем эль махос хевцам. И обрадовались они, успокоились, волны замолчали. И привел их к цели желанной. Еду Ашем Хасов и Неплатлут Неадам. Остановка бури, благодарность Всевышнему за покровительство и за чудеса, опять чудеса, которые он дает людям. И опять вырабуму бекхай ам бамашав ценим Ягайлануха. И пусть превознесут они его в собрании многолюдном и на заседании старейшин, пусть прославят его. Ну вот здесь, чтобы было понятно. Когда мы говорим, что тот, кто произносит благословение, благодарности, должен это сделать в Миньяне, чтобы там, где есть 10 человек, то это вот оно. Кехаль Ам, община народа, Кехаль – это от 10 человек и дальше. Поэтому к поводу благословения, Гагумель оно называется, благословение, тот, кто не спаслал, делается желательно, если нет возможности, можно и без этого.
желательно произнести публично. Более того, я понимаю, что куча народу как-то не очень удобно рассказывать о чудесах, которые им явлены, как бы видят в этом что-то, посмеются, да, стесняются. Надо, но Шабс-Кнеим, то есть в городе. Шабс-Кнеим – это городская площадь. Место заседания суда – это городская площадь. На городской площади пусть прославят его. Значит, и вот теперь начинается следующая часть. Она у нас шестая. Четыре путешественника, да, зачин, и вот эта часть начинается. Она, на первый взгляд, чуть-чуть про другое, но она переворачивает все наше представление о том, что мы читали до сих пор. Не переворачивает, а как бы углубляет все наше представление о том, что было сказано. 33 стих. «Ваесем нахарот ламидбар». Он превращает реки в пустыню. «У моцаэй маэм лецемаон». И источники вод в местность безводную. Эрец прилым млеха, страну плодородную в солончак. Мераат Йошвейва. За грехи жителей его. Но вот это достаточно, на самом деле, если вы вспомните, что слово «раа», когда говорится про жителей, это рассказ о Йоне, да, где жители были плохи, и рассказ о Содоме и Гоморре. То есть земля превращается в солончак и опустевает, исчезают реки, и тут обратное. Ясем мидбар лагамайм превращает пустыню в озеро воды. Эрец яла моцей майм, землю иссохшую в источник вод. Обратите внимание, что только что сказано прямо обратное. Он превращает землю процветающую, да, в пустыню, и здесь, но может и обратное, превращает пустыню в землю процветающую. Вьюшев Шамрыевим, выхнуну Ирмоша, и поселятся там голодные, и устроят там город желанный. Мы же видим, что Ирмошав уже выше, мы видели, что это город, который был целью путешествия. То есть город не просто обитаемый, как переведено, и переведено правильно, потому что, ну, это буквальное значение слов. Но в этом псалме Ирмошав не просто населенный, а город, куда люди хотят прибыть, то есть цель путешествия. Выизру садот выед украмин, выясу притва. И засеют поля, и посадят виноградники, и выращивают урожай. Слово виноградник в Писании, я не буду сейчас долго доказывать это, но это правда. Слово керем всегда переводится виноградник, а в современном иврите это только виноградник. Но в Писании это часто просто сад. Плодовый сад. Оговорюсь, потому что не плодовый сад в Песни Песней это слово пардес, слово заимствованное, и там в Ширхашерим описан сад именно, как называется, сад отдыха, ну, такой красивый, как называется, сад, который вот для, ну, вот, который в городах сажают, типа летний сад, да, где деревья не плодовые, а просто, чтобы наслаждаться тенью. Кором здесь урожай, конечно же. Вейвархэм, вейрбумэот, улыбгэйматам, логим иту, и благословит их, и размножатся те, кто там живут,
и скот его не уменьшается, то есть не будет мало. Значит, теперь все, кто следят за текстом, просто прекрасно понимают, что израильтяне, естественно, визжат от восторга, когда это читается, потому что День независимости, превращение безводных пустынь в сады, вот это сумасшедшее засаживание всего, чего только можно. Это та самая мечта первопоселенцев, то, что они делали. Вот это День независимости, это проект. Вы мату, вы шаху, мы оцера, а вы его. А другие становятся малочисленными и согбенными от постоянной скудости и горя. Шофех гус аль надивим, бит муду батогу лодер. Он изливает позор на вельмож. Надив – это может быть щедрое, но может быть и просто вельможи – это чаще всего. И они попадают, заставляют пустать пустынки без дороги, то, чего мы видели выше. Они тоже были в пустыне. Слово «тоху» – это пустошь, совсем пустошь. «Выизгеты вьемы они, и вознесется нищий от скудости своей, выисым кыцом мишпахот, и будут многочисленны, как стаду. Еру ешарим вы смеху, увидят честные или праведники и обрадуются, выколь авла ковца пихом. А всякое зло, криводушие, вранье, пусть подожмет губы, поджимает губы. Миха хам гишмар эле, выйд бунен хаздей адунай. Тот, кто мудрец, пусть помнит это, или поймет, или хранит, и подумает, задумается, вникнет в покровительство Господа. Собственно, на этом псалом кончается. Вот теперь, вот вторая часть, где у нас вначале цветущий сад превращается в пустыню, потом пустыня в цветущий сад. Народы нищие становятся, наоборот, благополучными, у которых много всего того, что им надо. А другие, наоборот, из благополучных становятся нищими. Да? И это надо помнить. Михахам Ешмаэле. Мудрец должен помнить, что мир полон тагафухо, да, превращений. От одной крайности в другую. То же самое. Когда мы понимаем первую часть, вот это, путешественники по пустыне, заключенные, больные и путешественники по морю. Это песня о том, что мир есть псалом, о том, что все меняется из беды к счастью. Вторая часть может быть и наоборот. И все по слову его. То есть псалом про это. Он, вот это Шир Хахма в конце песни, о том, что мир меняется. И меняется он в зависимости от поведения людей. Тот, кто, вот, например, больной, он от своего неправедного пути стал больной. Как высказался один мой знакомый, которого я навещал во время болезни, говорит, что случилось? Он говорит, ну вот то-то назвал болезнь. От неправильного образа жизни, потом подумал, добавил мысли и действий. Вот это где-то вот так. Я хочу заметить следующее.
Вот это национальный смысл, который придается этому псалму. И я понимаю, что последняя часть из несчастья к счастью. И что тогда первые четыре вещи, путешествие по морю, путешествие по пустыне, из тюрьмы болезней в святую землю, безусловно, сионистам, в хорошем смысле слова, я когда говорю слово сионист, имею в виду те, кто хочет все очень по душе. И это похоже. Путешествия они вот в этом стиле. И национальное значение я более-менее понимаю. Я не буду сейчас приводить все исследования, которые, ну не исследования, а некоторые смыслы, что смотрите, ведь описание, откуда попали вот в эту землю, откуда собрали, вот ведь откуда берется начало сионистского чтения. Из начала, которое многократно повторено у пророков, из стран соберу их с востока, запада и севера и юга. Значит, соберу с востока и запада у пророка, северу скажу отдай. Это о собрании Галуйот, о собрании изгнанников, о пророков. Но вот замечу, что путь к Святой Земле в этом псалме, он не ковер-самолет, да, и не красная ковровая дорожка, идите. А это тяжелый путь, если мы так читаем. И это правильное чтение при этом. Но, да, в подтверждение этого чтения я не буду, просто это очень долго, займет много времени для того, чтобы основание к такому чтению предыдущие два псалма, 106, 105 и 106. Не буду сейчас углубляться, как это делается, потому что нас не это интересует. Но, дело в том, что этот псалом у каббалистов регулярно читается и понимается как путешествие одной души по всему миру. Замечу. Не разных людей, как мы понимали до сих пор, и как понимают, когда это читают, как псалом для независимости, а совершенно другое чтение, которое Миха Хам Ешмар Эле. Кто мудрец, как сказано в этом псалме, тот сохранит это поближе к сердцу. Ешмар, я напомню, этот глагол вообще хранить, но когда речь идет о некоторых вещах, например, в Яков Шамар, да, Яков в истории с Йосефом, когда Йосеф рассказал сны, Яков Шамар, то есть сохранил в памяти, чтобы примерить к будущей реальности. Это вот такое вот было. Сохранить в памяти, сохранить на сердце, да, вот в этой истории. Вот здесь Миха Хам Ешмар Эле, кто мудрец возьмет это на сердце, здесь, так вот, это надо иметь в виду. Этот псалом имеет мощнейшую, важнейшую вещь, что это путешествие души по миру. По мере пребывания в нашем мире. Давайте я попробую читать комментарий Бешта, который говорит про это как раз. Хотя сразу оговорюсь, это не буквальное чтение того, что он пишет. Я прекрасно понимаю, что он написал на самом деле. Но то, что он написал, это очень специфическое знание для специфических людей.
Это знание того типа, что когда Рав Гершон Титес, его брат его жены, очень крупный, значит, он смеялся над Бештом по поводу того, что он пытался читать, по поводу того, что он читал это перед наступлением субботы. Бешт сказал, что ты у меня еще посмеешься. Я тебя научу это читать и посмотрим. После этого он сам описывает, что он смеялся по этому. Рав Гершон. По этому поводу потом рассказывает, что он меня научил, я прочел. Я думал, что я сдохну, пока это читаю. Это ужасно. Это вот. Понятно, что я не собираюсь читать те смыслы, которые Бэш буквально вкладывает, и инструкции, собственно говоря, его комментарии – это инструкции для тех людей, которые способны к таким вещам. Не для нас. Но что здесь важно? Уходу, значит, известно, пишет Бэш, что нет в мире никакой вещи, в которой бы не было священных искр. Но только они одеваются и путешествуют, и нуждаются в тикун, в том, чтобы их правильно установили, последствием деяний тех, кто живет в нашем мире. В результате он вводит некоторое понятие клипа и к душа. При этом вот для тех, кто слушал какие-нибудь тексты, связанные с Каббалой, значит, клипа, клипысь, они по-разному понимаются, когда о них говорят просторечие, но, грубо говоря, это левая, это изнанка мира, в которой много чего происходит, и без нее мир бы не смог существовать. Ну, как ткань не может существовать без изнанки. Это место не наделено святостью, но в нем может пребывать святость. Вопрос, как святость чувствуется в этих местах? Ответ нет. Она хочет обычно из них выбраться. Если хотите, в простом комментарии, в самом простом комментарии, это суетливые будни. Вот клипа – это кожура дословно, если вам интересно, вот дословный перевод слова клипа. Это кожура или кора, если мы говорим о дереве, либо кожура, если мы говорим о плоде. Без нее фрукт не может сохраниться. В клипе может существовать много чего хорошего, но оно там плохо себя чувствует и хочет от нее избавиться. И по этому поводу в хасидизме наследие куда более древнего движения Ламет-Вавника, но оно перенесено в хасидизм, в начальный хасидизм, по крайней мере. Это правило, что человек живет в этом мире для того, чтобы находить вот эти искры святости в клипе и посредством своих действий возводить эти к святости. Обычно приводится пример, что, ну, грубый пример совершенно, если человек съел, как положено, что-то, и переработав это съеденное им в энергию, совершил мицву, то как бы эта искра, которая была в той еде, которую он съел, она вознеслась к святости. Обычно вот такая аналогия. Это немножко грубо, но оно правильно это описывает, этот процесс достаточно. При этом обычная аналогия, которую приводят во всех этих текстах, состоит в следующем, что мир клипейс,
вот этой кожуры, коры мира, изнанки мира. Ситра охра – это буквально изнанка мира, да? Другая сторона. Что, значит, обычная аналогия, что клипы соответствуют 6 рабочим дням недели, а святый соответствует субботе. И по этому поводу возвышение из мира клипот, вот из этого мира суеты и суеты нашего мира, в мир верхний, в мир святости, оно как бы происходит в субботу, не надо понимать это совсем уже буквально. По этому поводу есть еще одна сторона довольно важная в этой истории, что, собственно говоря, мир клипот, он очень тесно связан со сферой бина. Но на самом деле, если перевести это на более понятный язык, с понятием время. Вот про сферу бина говорят, что это Мигдаль Порех Баавим. Да, вы учтите, что то, что я сейчас говорю, я просто пересказываю текст, который читаю. Это не я такой умный, я пересказываю текст. Это Мигдаль Порех Баавир, башня, летящая по небу, то есть не имеющая опоры на земле и еще не факт, что имеющая подвеску на небесах. И обычно это просто описание времени. Так как время – это вещь такое, как мы в ней живем, но его не понимаем от слова вообще. И самые умные физики, когда говорят о времени, тоже хорошо, мы пользуемся им хорошо. В формулах у нас есть часы, чтобы его считать, но природа времени – вещь очень непонятная. Так вот, когда мы говорим о клипе, это мир времени, но этот мир имеет один недостаток. Он не имеет опоры ни на земле, ни подвески в небесах. И это самая неприятная вещь, которая происходит в клипе. Вот время в этом смысле, оно именно вот такое. Оно ниоткуда и никуда. Оно как бы есть, оно движется, но оно никакое. По этому поводу второй стих в нашем суде. Значит, Хор, зачем китовки лолом хаздо, это произносят те самые заблудившиеся души после спасения. И скажут спасенные Хашемом, который он спас из рук беды. Это вообще Яд-Цар. Это название одной из клипот. И вот теперь пришло спасение. То есть речь идет, вот первые два стиха, благословите после спасения те, кто попал вот в эту пучину клипы, которых спасли. Если хотите, которые выбрались из будних дней в субботу. Значит, вот теперь, когда мы понимаем, о чем идет речь, и о собрании вот этих нуцуцот, равно как и душ заблудившихся, во всех этих хитросплетений, вот теперь можно перейти конкретно к классификации типов, что первое Тауба Мидбар Бейшимон Дерех, Ир Машаф Ло Мацау,
Те, кто заблудились в пустыне, не хотят дорогу к городу желанному. Значит, ну, в формулировке Брешта относится к тем искрам, которые всю неделю ошибают, неправильно выбирают правильную дорогу, а именно святость, и идут по пути бесплодному, который находится в клипос, и имеется в виду как раз под в суете дней, вот буквально, и тогда наступает первый день недели, немедленно появляется сила у клипы, чтобы ими овладеть. И это похоже на Соткапхакела. И это похоже, Капхакела – это наказание некоторым душам после смерти, когда, ну, буквально метание из пращи, когда душу остается в нашем мире и ее кидают от одного края мира до другого края. По этому поводу речь идет именно о людях, которые столь погружены о людях и о Ницуцис тоже, которые столь погружены в наше время и в наш мир именно клипот, именно вот эту тяжелую материальную сторону нашего мира, что они не могут найти в течение всей недели, то есть всех времени суеты, не могут найти желанного города, потому что то, где они находятся, можно описать как разрушенный град, как град разрушенный. И только суббота, только покой от дела этого мира позволяет им попасть в далекий город. Причем довольно важный момент. Раевим вагам цмеим, голодные и жаждущие, душа пропадает. Это зачем? Ну, душа жаждет еды и питья, потому что в еде и питье, вот эта первая аналогия, которую я начал, скрываются Ницуцис Гдошин, священные искры. И у них есть опция, у этих искр, прилепиться к святости. И по этому поводу приводится некоторый совершенно замечательный пример, который мало кто знает это высказывание, но ни одна капля не спускается свыше, чтобы против нее две капли не вознеслись к небесам. Обычно всегда вспоминают, что у каждой травинки есть ангел, который говорит ей расти, а забывают вот эту, что каждый квант небесной энергии, который спускается на землю, против него ожидается, что в удвоенном количестве земли это будет вознесено на небо. По этому поводу функция человека, пока мир такой, какой есть, и тикун, и установление мира таким, тикун – это идеал вообще для тех, кто не знает. Все привыкли к тому, что тикун – это ремонт и исправление, а тикун – это еще одно значение этого слова «идеал». Но это старинный иврит, не современный. Идеал. По этому поводу
то, что путешествует в чужих обличьях, в заботах об этом мире, когда мы говорим о человеке, и три уровня разговора обычно, которые проходят, когда мы говорим о человеке, когда человек оправдан на пребывание человека тем, что все, что он собирает, это искры, это его одна из функций вознесения искры к святости. По этому поводу там вот у хасидов особенно ярко это всегда проявляется, когда они говорят, что роскошная субботняя еда это в некоторой степени исполнение обязанностей человека на земле для того, чтобы искры, которые существуют в материальном мире, вознести к святости. И понятно, потому что когда человек в субботу ест для ради царицы субботы, он выполняет мицву, занят священным делом, и то, что скрывается в клипе, может вознестись на небеса. Но точно так же любой человек, который в состоянии превратить свое путешествие по миру времени, по миру материальных забот, по суете жизни, превратить хоть какую-то часть этой своей жизни в субботу, не буквально, я не суббота наступает независимо от того, что мы хотим или нет, превратить в святость, это и есть то, ради чего человек существует. По этому поводу, когда говорится и закричали к Хашему, вот кто кричит при таком комментарии? При таком комментарии кричат искры. Они, заблудившиеся в мире, ищут кого-то, кому они могут прилепиться и кто сможет их поднять. То же самое. Это касается вот это желание пойти к Ир-Мошав, городу желанному. Это то, что это и есть поднятие святых искр. Но вот то же самое, когда человек сам заблуждается, когда душа его блуждает, то даже в самой глубине может найтись возможность закричать и вернуться. Я хочу при этом некоторую вещь заметить, что вот это крик и поведет их прямую дорогу к городу желанному. Еду, пусть благодарят, да? И году. Значит, я забегая вперед, но увы, что это в начале сказано, но в этом в моем рассказе это будет некоторое забегание вперед. Вообще при анализе таких слов типа году, йоду, разница между году и йоду довольно существенна в Кабале, потому что году гематрия 21, а йоду гематрия 26. 21 – это гематрия имени Всевышнего Я Буду, который вечно, вечно пребывающий рядом. Это самый верхний мир.
То есть на самом деле в заголовке псалма говорится уже о мире, в котором, опять забегая вперед, я хочу сразу сказать, что там в конце речь идет о мире, в котором Олам Клипот, мир клипы, совершенно обезлюдил и обезвожил, что есть соединение небес с землей. Поэтому году, которое в начале, принесите благодарность, это уже мир после объединения, это уже мир времен Машеха, это идеальный мир. А вот Йоду, гематрия 26, как, ну, для тех, кто умеет читать гематрию, сразу видит 10, 6, 4, 6, 24, 26. 26, как любой еврей знает, это имя Всевышнего, это тетраграмматон. То есть и Году Лашем, но вот гематрия Йоду и Хашем, она совпадает. Вот эти две гематрии совпадут. По этому поводу это Цилус Хамалана Маациль. Человек возносит себя к Всевышнему, в самом деле, если хотите, приближается к Всевышнему. Карбан Лашем, жертва Всевышнего, глагол там не жертвовать, как в русском языке, не от слова «жрать». Слово «жертва» и слово «жрать» в русском языке однокоренные, и не только в русском языке, кстати. Еще почти во всех индоевропейских языках. А в иврите слово «карбан», которое мы переводим «жертва», это не потому, что едим, а потому, что приближаемся. Это близость. Так вот, вот это «йоду лашем» – благодарность, которая соединяет с Богом, со Создателем миров. Да, вот, ну, где-то вот так. Ну да. Вот. Сказать проще всего. Это не буду входить, потому что сложно. Значит, дело в том, что нефеш раева, голодная душа, дело в том, что нецех, сфера нецех, нет, честное слово, запутаю вас и меня, не буду, вот я просто пропущу кусок. Значит, но если хотите чуть-чуть по-другому, что тиква, надежда, исполнение надежды души – это вечный голод. Вот голод души – то, что ведет к надежде и то, что заставляет добиваться. По этому поводу, когда вы видите «Нефеш раева милетов», то это исполнил надежду голода, но голода не по еде и питью, а голода по святости.
И вот это надо понимать, потому что вот это унифлаот ливне Адам, мы в данном случае понимаем не как в начале за чудеса, дарованные сынам человеческим, а как чудеса, дарованные в распоряжение сынов человеческих. То, что недоступно на самом деле человек своими стараниями может поднять вверх. О, человек способен совершить чудо. Оно ему недоступно. Но вот это поднятие искр из клипы к святости – это некоторая тайная функция человека, не всеми ощущаемая. Бешт это понимал и это умел, но у него по происхождению он, знаете ли, болтался среди людей, которые этим занимались, и торчал он не среди них лет, это к 10, насколько я понимаю, пока его оттуда не выпихнули руководить хасидами. Поэтому для него это совершенно естественное и понимание. Но вот то, что здесь говорится, это куда более важная для нас вещь, что даже мы, если мы не понимаем механизм, даже если мы не понимаем, что происходит, каждый из нас является в некотором смысле заводом, который перерабатывает, который возносит искры, получаемые из Хомер Гелем, из клипы, из бездушной природы и возносит их к святости. Вот то, что здесь сказано. Пусть благодарит Хашема за покровительство, за чудеса, которые он даровал в распоряжение людей. Потому что все эти вещи, обратная сторона медали, мы привыкли говорить о милостях, которые Всевышний дарует нам, забывая все время о том, что мы в ответ даруем кое-что небесам. И вот это то, чего Бэш нам здесь говорит. У меня осталось мало времени. Я не знаю, нужно ли отложить на следующий, нужно ли продолжать вообще эту тему, или я все-таки забрался в какие-то дебри. Но я хочу заметить одну вещь. Великий Рав Саадия Гаон, которая по большинству мнений слабый философ. Это правда. Он слабый философ. Он потрясающий мудрец и потрясающий мыслитель. Так вот, когда он описывает душу человека и зачем она ему дается, то у него концепция довольно удивительная, потому что он считает, что наш мир, когда он говорит о цели сотворения мира, то он, его честь всегда говорит, что я не пытаюсь заглянуть за паргод, занавес, который отделяет наш мир от верхних миров, это не нам. Он очень еврейский автор, и тут надо понимать, что то, что говорит Рав Саадия Гаон, это и есть еврейская мысль, оригинальная и правильная, как это должно быть. Так вот, когда он говорит о цели, нет, не сотворения мира, а о цели пребывания душ в мире, то он утверждает, что душа не спосылается в мир, потому что она здесь проходит некоторую обработку в жерновах, ну, он не употребляет этих терминов, в жерновах клипы, и очищение, она становится другой, и наш мир – это мастерская, куда запускаются заготовки души, чтобы на выходе дать душу в правильном исполнении. То есть как бы наш мир, как фабрика по обработке душ. Вот эта мысль, которая, но это его мысль по поводу душ. И если мы читаем это как путешествие души в нашем мире, то это именно Рав Саадия Гаон будет. Но Бешт говорит о другой стороне, что душа в этом мире, она также в некотором смысле фабрика про переработки по добыче полезных ископаемых, только эти ископаемые полезны для небес, а именно нецуцойство, искр святости, которые
заключены в клипе этого мира, то есть в пустой породе этого мира. Вы хотите вот такую аналогию? Я хочу на этом остановиться, просто уже время, и так времени очень много прошло, и очень длинный получился урок. И вы подумайте, нужно ли вам продолжение этого, или нужно выбрать что-то другое, более простое, и вообще стоит ли в такие путешествия нам отправляться. Вот, поэтому я хочу здесь остановиться. Окей. Народ, по моему мнению, есть смысл продолжать, но, пожалуйста, напишите в Телеграме либо Да, других. мне тоже нужно Да. продолжать. Да, продолжать. А если можно, вот коротенький вопрос. Были помечены слова желтым и зеленым. Это что такое было? Это для меня слово «ешара» объяснить вам, что слово «ешара» не означает прямой. Как его надо переводить буквально, а надо сказать, что это истинный, правильный, как в переводе прямой вот здесь вот. И рвать, чтобы объяснить, не забыть объяснить, что такое заблудился в дороге и почему, откуда здесь взялась жажда, потому что для современного жителя многие реалии древнего мира просто непонятны. Это пометки для меня были, которые я забыл стереть перед выступлением. Обычно я их стираю, эти пометки. Спасибо. Это для меня чисто на что сказать. Я просто забыл стереть их. Окей, ну хорошо. Значит, мы договорились, что в следующий раз мы продолжим, правильно? С 9 стиха я продолжу чтение. Продолжим, продолжим, продолжаем. Знаете, что Продолжай, я же дорогой. читаю текст и пытаюсь его перевести с очень специфического языка на более-менее принятый. Окей. Сотрудничаем. Ну Извините, хорошо. вопросы, которые возникли, Да, куда-то можно пожалуйста. послать или в следующий раз можно... Тот самый в Телеграм, да, В на каждый. Телеграме, да. Лучше всего, если... Лучше всего написать в Телеграме, мир там тоже видит. И Это вот слышит. чат в Телеграме, который посвящен именно нашим занятиям, да? Да. Ага, все, спасибо. Да. Да-да. Всего. И мне приятно, и мне полезно, чтобы я знал, что делать, что не делать, ну и так Окей. далее. Ну хорошо, все. Тогда всем спасибо. Псурод Туот. Сегодня вечером была замечательная новость. Мне, например, мне бы хотелось вернуться к этому аспекту времени и клипот. Разговор про время – это отдельная тема, я могу ее рассказать, но всегда помните, что когда мы говорим про время, это тайна буквы Ламет, которая тоже Порахат Баавир, Мигдаль Порахат Баавир, башня, летающая по небу, и тайна буквы Ламет – это тайна времени, ну, долго, по-моему, довольно сложно. Но я попробую что-нибудь такое более В простое следующий раз не набрать, так что... мучь Кемейра. Элочка, не Когда человек мучь говорит... Кемейра. Главная проблема, понимаете, я не знаю, здесь я говорил или нет, но тайна – это то, что человек понимает, но не умеет рассказать другому. Это Раби Менахем Мендель из Пермишлян. Совершенно чудесное высказывание, как, например, невозможно рассказать прелесть еды человеку, который ее не пробовал. По этому поводу вкус еды – это тайна для того, с кем ты ею не поделился. Да, вот. Некоторые вещи, понимаешь, но надо научиться их рассказать другому. И поделиться, тайной поделиться нельзя, естественно. Да, но как бы открыть, где найти ваш подход к этой тайне. Окей. Ну да. Ну хорошо, закончим на этом. Спасибо. Не отравляем. Спасибо, Да, спасибо. спасибо большое. Всем пока. Спасибо Счастливо. большое. Мир, спасибо. Будь здоров. Пока. Спасибо большое. Спасибо. Пока-пока.